Хайоу, ребята, с вами Фибоначчи, мы продолжаем прохождение игры под названием Охотники Судного Дня. Так, перезаряжать. Кто? Черт или мусорщик? Жарево, недурно у вас тут кормят, купишь пизделушку? Проклятие дает. Проклятия бывают разные. Давай-ка мне реликвию второго уровня. Защита от шипов минус 200. При уроне теряет 3 энергии. Максимальная энергия минус 30% нельзя. Минус 20% от максимального хп. Шипы-то тоже опасны. Мне кажется, они меня рано или поздно убьют. Если они тут будут. Давайте, ладно, от шипов. И это все ради максимального хп и 400 опыта. Чем мне дадут 400 опыта? Банты вообще! Лучше б я к нему не подходил даже. Итак, новые враги, новое все. Берем кунаи. Ой. По 40 монет, а если мне с тобой поговорить... За убийство вампиризм дает. А, они все практически один... Нет, не одинаковые. Тут есть одинаковые. Радиоактивная плюс радиация. Легендарка. Все легендарки. Но если вот что и менять, то... Вот этот, который пока до сих пор непонятно работает. Ну, понятно. Ладно. Уже выбрал? Задавай любые вопросы. Я все равно не знаю, что это. Пока не выбрал. Рейндж. Дальность. Легендарная. Кристаллизатор. Ну, я могу выбрать одно. Улучшенный урон, пониженная дальность. Холодная плазма. То есть как оно все будет стрелять? Легкая, легендарная. Урон 36. Миниган. Ускоряет бег, но там, наверное, скорость стрельбы, ДПС 242, 404. ДПС вообще 84, легендарная. Чё так мало ДПСа? Проклятие, да, проклятое. Радиоактивное. Повышенная точность стрельбы. Кристаллизатор. Ну вот кристаллизатор, что-то, блин, знакомое. Давайте попробуем вот это. Холодную плазму. А, так я могу несколько, да? Вот я купил. А у меня было эпическое. Тут 50 патронов. Ну, прикольно, мне кажется. Там урон 800. Гоу, посмотрим, как это работает. Так, пока не очень что-то. Стрелять сложно. Дальность никакая. Перезаряжается постоянно. Не, возвращаем обратно, я думаю. То есть она выпускает партию выстрелов и все. Но она замедляет зато, видите? Что за херня появилась? По урону вроде как неплохо. Блин, меня что, траванули? И плюс оно какой-то там вампиризм дает по 0.5 хп, типа, да? Что, сама сломалась? Скорость, скорострельность, прыжок. Я пока не буду его уничтожать. Эту запустил. Она зашла и все взорвала. Если будет вариант побегать. Открыть расходник. Осталось 34.
Да не нужно. Кстати, скорость плюс, скорость минус. Два раза плюс, один раз минус. Вот, зашел, шмальнул, тех убил. Зашел, шмальнул, тех убил. Да, перезарядка долгая, но оно же вон возвращается. И убивает всех. Отвали! Надо не во врагов стрелять, а мимо врагов. Тогда она бьет массово. Вот так, да? Зарядил. Она вернется. Так. Ключ босса. Но это ж не босс был. И максимальное здоровье, сопротивление урона, шанс уклонения. Забираем, конечно. Все это забираем. Мне кажется, я уже вообще бессмертный. Кунай, классное оружие. Так, запустили. Нормально он так выстрелов делает. Две реликвии второго уровня, давай. Это все старое. Восстановить энергию можно попозже. Скорость пуль забираем. Тут все. А это нельзя? Ну ладно, забираем это тоже. Там у меня какой-то ядерный взрыв еще. Далеко, далеко полетело, не надо так. Вот так надо. Я вернется. Тоже далеко. О! Делает героя невидимым на 2 секунды. Куда это? Когда? Урон, урон, минус дальность. Ничего страшного. При убийстве. Попадание по врагу. При стрельбе. При убийстве. Не видаль. Ну слушайте, я крут. Я пойду разрушать вот эту фигню, которую я тут купил. Дали ключ, который мне не особо нужен уже. Еще одна такая же. А, только тут уже реликвии, да? На которых у меня теперь денег нету. Отравление. И все они по 45. Ну, может, сейчас где-то наберу. 22 монетки. Ну что, сейчас, походу, что, финальный, что ли, босс будет? Раз все так серьезно тут. Вот это что? Почему нельзя в него войти? Расходник не нужен. У меня кунаи стоят. Заходим до босса. Что, сразу его куханчиком прошибаем? Куда ты исчез? Но это все боссы повторяются. Первые, вторые, третьи, пятые, десятые. А ну отпусти, гад. Минус один. Да слушайте, ну это фигня какая-то. Легко, что ли? Что ли легко? Третий уровень сундук.
Перезарядник. Максимальный хп дальность. Давай дальность. Ну, непонятно. Денег я не накопил? Да нет, конечно. Ой! Что произошло? Я как будто что-то там потерял, нет? Апгрейд. Плюс модификатор. Прыжок! Куча хилок. Пополняет выбранное оружие до максимума. Оружие. Только не оружие, а эту, да? А! Нет, оружие. А это? Выбранное оружие до максимума. Ай. Ну вот тут куча лечения. Зачем оно? Ой! Мега Дракулан. А я же не поговорил с пацаном. Один из первых детей Дракулы. Чё, страдаешь, да? Стоп! Это еще не все. В смысле, все, я только начал. Я ж только начал, братаны! Приземляйся. Отвали. Надо не в них, а туда. Так, куна я попридержу пока. Нормально у них так отжирается хп. Ой. От шипов урон, да? Я куда-то не туда попал. Во. Блин. Я в него попадаю, в этого гребаного босса. Один уже все. Пока. Говорю же, пока. Кого, босса бить? Да. Все. Ой, так, появилась мразь какая-то. Убирай эту дичь. Там снайпер. Нет снайпера. Там еще один снайпер. Нет снайпера. Дальше что? Это еще, говорит, не все, да? Что бить надо? Надо что-то бить, надо уходить. Они появляются и появляются. Мне типа надо уйти? Головорез. Накопление прыжков. Вы открыли новый уровень ярости. Победа? Да, это был конец нашего пути, но это оказалось тупиком. Победив этих сумасшедших монстров и пришельцев, мы решили сразиться с самим Дракулой. Но так случилось, что его здесь нет. Во всяком случае, не в этой реальности. Этот монстр изучил межпространственные путешествия и алчно воспользовался этим. Как... Оказалось, эта вселенная была слишком скучна для него. Поэтому он, не задумываясь, перешел в другую. Мы последуем за ним туда же. Это единственный способ победить его
раз и навсегда. Кроме того, там нет сопротивления. Вот почему только мы, охотники, единственные, кто сможет остановить его. Пристегните ремни, полет будет очень жарким. Выстрел в континуум. Эллин зомби. До хрена, я понял. Я до хрена чего понаоткрывал. Потому что я, блин, игру прошел. Когда не должен был, наверное, так быстро пройти. Ну, типа, другая вселенная открылась. Ну, я думаю, блин, знаете, это ж рогалик, ё-моё. Это бесконечности сейчас проходить. Там сложность все сложнее и сложнее будет становиться. Или же опять, это как в Азике, допустим, сделано. Глаз гуманоид. А чё заново? Так, ну вот теперь, после победы над боссом, у нас должно вот тут... Мир. Новая вселенная появилась, да? Выстрел в континуум. Враги плюс 10%, ХП плюс 10% урон. У кого? У врагов? Ну да, это все у врагов. Информация. 20 максимальной маны плюс 20. Враги могут ронять навыки. Синий сундук встречается значительно чаще. Минус 30% урон обычным оружием. Плюс 100% магический урон. Типа, чтобы я сделал усиление в магический урон, да? То есть тут может быть маг понадобится. 5 мана за убийство. Скорость восстановления навыков. Ну, кстати, магия-то нужна, да? Мы как увидели, лечит 3 хп при разборке. 1 хп при посещении нового острова. Давайте мага. Блин, я сейчас мог что-то хорошее взять. Ну, что поделать теперь? Так, все. А эту я что, не открывал? Что, вот это нельзя? Мана-якорь. Трата маны активирует ярость на 2 секунды. Реликт открыл. Не, вообще их все можно. Но я ее как будто уже делал. Она появляется постоянно. Итак, кто у нас есть? Класс новобранец. Плюс 5 максимальной жизни. Получить 3 оружия. 10% урона для слота пистолета. Энергия не исчезает со временем. Минус 30% урон от специального оружия. О, и снова эволюционер. Я считаю, вот эволюционер это вообще лучший вариант. Он мне прям вот всегда попадается. Ну, погнали дальше смотреть. Сейчас, может, как-то все побыстрее пойдет у нас. Не надо будет на прохождение целого мира записывать 3 ролика. А может и наоборот дольше. Ну, кстати, если они стали сильнее, то, скорее всего, дольше. Отвали! Промазал, вот я промазал. Вообще, блин, в рогаликах нельзя торопиться. Хватит. Патронов потратил достаточно, теперь можно расстрел. О, вот это можно взорвать, да? Ха-ха, огреб. Детина страшная. Все, зачистили. Тут ключ. Так, заклинание. Подбрасывает вас высоко наверх, повторное нажатие опускает вас высоко сверху. Ну капец, дерьмо. И все, собственно. Прыгнуть некуда. Заходим сюда. Ага. Ты решил в обход пойти, правильно? Я знаю, что после тебя появляется дрянь. 13 опыта, еще один. Так, птица стрёмная. Ай! Ну, блин, вот я специально туда чуть подошел, чтобы вот сюда не наступить, и все равно наступаю. Еще один. Конечно, перезарядка, да? Сейчас опять улечу, нет? Ну,
Хоть повторно не улетел. Так, ну это что? Радиоактивное, нахер. Не надо нам радиоактивных пушек. Пустой ящик. Хилка. Давай, чутка давай. Ну давай. Ты чё, блин? Чё, у меня максимум хп? Я нажал зайти, а не разбирать. Рядовой М. Бери, что хочешь, мне больше ничего не нужно. Я больше не вернусь к ним в казарму. Забрать золото, рюкзак, пушку. Пушку, пушку давай. Джаб, базука. Ну, меняем, меняем, нашу сразу разберем. Хотя, о, хотя она может быть сейчас и плохая, да, но все равно. Это что будет? Это, по-моему, щиты. Нет? Это, по-моему, энергия, да? Это, по-моему, ничего. Мана. А, была у нас такая. Не, нормальная. Как-то такая была. Так. Ну тут главное от них подальше держаться. Да отвали! Ну я тебя видел. Сейчас, вот самураи, новые бойцы. Опа. Дерзкие. Дерзкие и резкие. Так, ну то, что новые бойцы появились, это хорошо. Я боялся, если не появится, то будет уж неинтересно дальше проходить. А нет, левел, кстати. Давай-ка сюда лети. Очищает всю радиацию. Прокачивает. Ускоряет прыжок, снижает время. Ну да, во время прыжка запускает. Да нет, вот, время восстановления прыжка. Минус 7 хп, чтобы взять вот это. Берем. А это у нас очищает всю радиацию. С. С радиацией до сих пор непонятно. Мальца. Оружейный мод. Насквозь пронзают. Зря. Зря. Да блин, ты задолбал уходить обратно. А тут нет ничего больше. Значит, ты правильно сделал. Насквозь мне нахрен не надо. Высоко прыгать я пока не умею. На-ка. А, что-то он... Не, насквозь полетел, все верно. Убираем. Отвали. Это что за фигня летит? Ой, она и не ломается. Ах вы черти. Ах вы черти, блин. Ну вот мне этот мод сейчас всю картинку будет портить, конечно. Я сейчас помру нахер. Семь здоровья осталось. Это что? Это щиты, давай. Быстрее, говорит, прыжок восстанавливается. Что-то он нифига быстрее не восстановился. Ну-ка. Теперь понятно, что это летает там, да? Взрывайся уже. Очищен, конечно, очищен. Специальное оружие. А, специальное, меняем. Ну-ка. А ей зачем сюда прыгать-то? Ну, портал какой-то. Понятно, незачем. Пусто. И уходим. Ну и все, в одну сторону только остается. Да ладно тебе, вдарила? Вдарила, конечно. Тварина. Где там была эта? Тут патроны. Мне бы хилку бы. Вот я, как обычно, не подумав, все отдал. Здоровье дал там, где не надо. Это, кстати, мини-игра. 5 монет у меня есть. А чем тут управлять? Блин. Да я даже не понял, что делать надо.
Я ж забыл. А больше нет денег. Все, нет его больше. Черт возьми. Ну вот, конечно, да. Мод бы этот вытащить. Тачку бы эту сломать. Мешает. Так, это добрый. Отхиль, может, ты медик? Психолог доктор Фрейда. Если у вас проблемы, давайте скорее приступим к делу. Признание проблемы — половина успеха в ее разрешении. Вылечит 4 хп, давай. Ну тут уже ключ босса нужен. Ну, заклинание надо использовать. Я, кстати, забыл, на какую кнопку второе использовать. Так, ты что? Дает... Вот, вот это прикольно. После убийства врага при уроне снаряжает вас колесоидом. Механический костюм. Не надо. Вот это забираем. Ну, прикольно. Очень сильно повышает... Почему он патроны не подбирает? Как будто патроны для пистолета... Медбрат. Привет, путник. Скромный медик к твоим услугам. Как вы все вовремя. Я вижу, что полон сил. Мне не помешает немного свежей крови для переливаний. А, он наоборот заберет. Пока не выбрал. Ну, нет, его мы, скорее всего, сейчас разберем. Вот это что? Ничего. Все, дальше только босс. Чем его бить? Буду от него пытаться бамбуковый страж. Держаться подальше. Гасить ракетками. Ну, ой, подлец, на. Он почти помер тогда. Я его так супер оружием почти убил, да? Даже без заклинания обошелся. Ну все, хотя бы я хп себе восстановил. Плюс скорострельность, урон пистолетов. Классно. Сундук 3, 10 урона и че? Деревянный сундук. Урон пистолетов, давай и скорострельность. Ого, круто. Очень круто. Ага, и пошел в бой. Вообще круто. Лучше, чем очень круто. О! Врубилась ярость. Убей, убей, убей. Но за ней, конечно, надо приглядывать. Когда она там врубается, непонятно. Да блин, прыгать не могу. Прокачал гребаные прыжки, а прыгать не могу, когда надо. Гребаная бочка мешает. Все. Ну вот, вроде только вылечился, уже греб зашел. Че ты не стреляешь? А, потому что на этих штучках стрелять нельзя. Заклинание. Снаряжает вас мощным оружием на одну секунду. Хм, мне просто даже интересно. Да чё? Лучше, чем тот. Очищает всю радиацию. 4 случайных оружия. Во время прыжка запускает хроносферу. Давай-ка, 4 случайных оружия. О, катана. Отбивает снаряды? Обычная, да? Её... Нет. Где катана? Джамп-базука мне теперь не нужна. С таким модификатором. Громовой прыжок мы тоже разбираем. Не надо. Ну это задолбаешься.
Дистанция маленькая, но может дамажит хорошо. Плазматрон, который у меня был... А, нет, это прикольно. И насквозь будет летать. Так же, как и вот эти. Посмотрим, что по урону. 80x2, ДПС 248. Ну да, плазматрон оставляем. Все остальное на разбор. Да, ладно, столько хп. А я того, кто хотел там хп забрать, я его разобрал, да? Купить ману плюс энергию, минус 4. Не надо. Да полюбас разобрал. Зато вот тут можно сыграть. Теперь уж нормально. А как? Вот этот самый низ, этот вверх. Все, я победил. Давай мне награду. Они там были привязаны к позициям. Неудобно. Падение в воду не наносит серьезный урон. Одеваем. Ничего, наверное, не осталось. Да? Прыгать не умею. Ничего не осталось. Уходим. Не судьба забрать то здоровье. Ну и все, что мне тогда смотреть? ХП ману увеличили. Апгрейд. Конечно, модификатор оружия. Полностью на модификаторы сейчас. И дальше уходим. Чпокнем второго босса сразу, я думаю. Так. Супер оружие, в принципе, норм. Так, там враг. А чё, ты так мало стреляешь, что ли? Он так мало стреляет. И урон практически... А я же не этот хотел, да? Я хотел другой. А этот-то урон не наносит. Блин, я не тот разобрал. Мой пистолет больше дамажит, наверное. Кролики-убийцы. Необычный пистолет, мини-дисруптор. Посмотрим на пистолетик. Я думаю, не стоит. У того 40 урон. Он мне за счет дальности и нужен, а не... После убийства что? Автоматически перезаряжает магазин. Ты куда меня приведешь? Никуда. Это что-то меня приведет сюда, значит. Например, ничего пока. Тут хилка, которая пока не нужна, опять же. Блин, какое же дебильное оружие я оставил. Оно реально урона не наносит, надо срочно менять. Ну-ка, партизанка, главное, что ты на правильной стороне. Давай, ты чё, пистолет, оружие давай. Обычное, 32, еще меньше урона, говорит. Говорит, что у тебя там много урона было? Но тут, мне кажется, за счет скорострельности. Ну, лучше, чем вот это. Да? За счет скорострельности как-то может и убивать их. И она вроде как немножко даже отбрасывает. Неплохо. Ну, нет, ужасно! Ужасно, но лучше, чем было. Открыть. Неизвестно что, давай. Броня. Патрончики.
Блин, как проходить? Дальше босс, да? Пойдемте сначала другие зоны зачистим быстренько. Мины. Ну нифига по ним стрелять надо. Опа. Тут лучше я сразу долбану. И камень сломать этот нахер. Ага. Это что еще за палки? Вроде как не видно. Чё у меня так экран поднял? А, у меня какой-то этот. Какой-то негативный эффект врубился. О! Нифига! Да ё-моё! А чё они так быстро стрелять стали? Патроны быстро летят. Как от них уворачиваться? Я успел уйти. Везде эти камни грёбаные. Все. Устраф зачищен. Слишком много всего, во что можно врезаться. Оружейный мод еще один. Я даже не посмотрел, что он дает. А надо бы читать, чтобы знать на будущее. Нифига. Так, я, наверное, тут это сейчас нахер размотаю все. А это до меня не дострелит. Но все равно у меня броню сломали. Была броня, теперь нет броня. О! Это у нас что, проклятие? Или сломать надо? И он еще как долбанет. Опа. Стой. Отвали. Какое четкое заклинание. Вот с этой пушкой. И благо оно еще одну и ту же пушку постоянно призывает. А это реально благо. Ну все, тут как бы однозначно мы меняем. Там ДПС 250. Ой, другое дело. Вот и все. Разобрать. Че, мне нечего хилить? Но будем знать, что хилка есть. Автомат, конечно, очень быстро патроны тратит, но, блин, если они насквозь летят, да? А если еще и с бафом? Классно, чё, мне нравится. У нас магазин, 20 у меня денег всего. Зайдем, посмотрим. Арбалет. Необычное оружие, 5x3. Он посильнее, чем автомат. Мультиарбалет, да, он будет в три разных стороны запускать. Дает здоровье, если используешь это оружие. Урон 360. Мне, в принципе, моя нравится. Астральный Мьёльнир. Вот как он будет бить, черт его знает, проникающий написано. Генерация маны, мана Глетчер. Запас маны минус 15. Но быстрее будет восстанавливаться. Полная защита от ядов. Почему нет? Но ну, денег не хватит. А, ее туда, это имплант. Походу тут я ничего. Уничтожает все выстрелы врагов на расстоянии. Ну давай. Замест... Ой, нет. Оружие это оставляем. Вот, у меня оружие теперь будет вот тут. Да, на правую или на правую кнопку. Ну, пофиг, разбираем вот это. Щит дал. Ну что, надо что-нибудь купить. 360 урона Мьёльнира. Да ничего не надо. Давайте вот это, восстановление маны. Пусть валяется. Когда найду другой, этот разберу потом зато. Я просто так не зря в магазин забежал. Так, калаш берем. Все, да?
Все, да. Теперь к боссу. Хилки есть? После босса зайти. Двойной выстрел, только при полном ХП. Да вообще ништяк. Плюс 10% урон. Заменяет ваш пистолет на случайный на каждом острове. Не надо нам такого счастья. О, да? Смотрите. Только при полном ХП. То есть надо ХП стараться на максимуме поддерживать. То есть сейчас у меня страшило. И вот эта ерунда тоже будет двойными, да? Херачить. Ай, все. Нет, двойной выстрел остался, а потому что там броня была. Вот и все. Ха! Тоже мне. И тут еще куча хилок. Плюс 10 урон. Восстановить 10-100 энергии. Скорострельность, скорость пуль. Скорострельность. 20 энергии после убийства врага. Давай вот этот перезарядник. Пусть нам супероружие восстановит. Слушайте, это вроде другая вселенная, да? А сложность особо не это. Ай! Вот теперь ХП неполная, да. Ну, благо там хилок полно. Взорвалась? Неужели? Вроде вначале показалось, что сложность-то немножко увеличилась, а сейчас кажется, что нет. Это я еще заклинания не использую практически. Забываю про них. Ой, они появляются, что ли? Ты что, дрянь? Исчезни. Ваши выстрелы становятся самонаводящими на 4 секунды. И ту, и другую сразу юзанул. А что у меня вот это? Я уже забыл, первое заклинание, что это? Уничтожает все выстрелы врагов. О, вот это можно, в принципе. Не, оставляем ее. Для выживания. А там самонаводящие. Самонаводящие на 4 секунды, если, в принципе... Так, погодите, ведь самонаводящие выстрелы, разбираем, все. Было бы какое-нибудь крутое оружие, зачем наверх? А все, дальше к боссу можно. Тут ничего нету, что я тут стою? Не к боссу, а на следующий этот. Так, фулл ХП? Фулл ХП. Побольше щитов, значит, надо набрать, да? Потому что ХП я так или иначе буду тратить. Модификатор? И уходим дальше. Такс. Ну а тут уже, ребята, мы продолжим в следующей серии. Ну а если понравилось видео, поддержите лайком, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. С вами был Фибоначчи, и пока. Пока.